Ჩვენს ფილმს საპოვნელა ჰქვია და ალბათ ფიქრობთ, რომ ამ ყვალზე გვექნება საუბარი. არა, მეგობრებო. ხალხური თქმულება საპოვნელაში აერთიანებს ყველა ფაქის გრძნობას, რასაც გვანიჭებენ ყვავილები, სიხარულს, სილამაზეს, სათნოებას. ჩვენ შეგიყვანთ ამ იდუმალსა და მშვიდ სამყაროში. მოგითხრობთ უბრალო ველის ყვავილებზე და ადამიანის ხელით გამოყვანილ ყვავილთა დედოფლებსა და სეფეწულებს. Наш фильм называется «Саповнела». И, вероятно, вы думаете, что об этом цветке и пойдет речь. Нет, друзья. Народная поговорка гласит, в Саповнеле объединяются все людские чувства, какими только награждают цветы. Радость, красота, добродетель. Мы ведем вас в этот таинственный и спокойный мир. Поведаем о простых полевых цветах и о выведенных руками человека царственных и роскошных цветах. Ველესი ქალაქი მცხეთა. აქ ტყვის პირას თავის საოცარ ბაღში ცხოვრობს მოხუცი მიხა მამულაშვილი. სიცოცხლის 80 წელი შესწირა მან ყვავილებს. სამაგიეროდ შეიცნო უბრალოებისა და მშვენიერების ნამდვილი ფასი. 80 წელია იგი დაჟინებით ჩასცქერის მიწას. 80 წელია მხრები არ გაუმართავს, რადგან უყვარს ყველაფერი. რაც კი მიწის წვენით საზრდოობს, ხარობს და ხვარის. ათეულმა წლებმა გატარებულმა მცენარეთა შორის განდევნეს მოხუცის გულიდან სიკვდილის შიში, გააფაქიზეს ადამიანის გრძნობა და გონება, მხატვრის ნატიფი ოსტატობა მიანიჭეს მის უხეშ ხელებს. ათეული წლების სიყვარულმა დანერგა და გაახარა მეზოში ქართული მეყვავილეობის კეთილშობილი ხელოვნება.
Древнейший город Мцхета. Здесь, на берегу Куры, в своем необыкновенном саду, живет старик Миха Мамулашвили. 80 лет своей жизни он посвятил цветам. Вместе с тем он познал цену простоты и прекрасного. 80 лет он настойчиво присматривает за землей. 80 лет не расправляет плечи, поскольку любит все, что взрастает соком земли, дает плоды и цветет. Десятки лет, проведенные среди растений, изгнали из сердца старца страх смерти, очистили его чувства и разум. Художественным мастерством одарили его неуклюжие руки. Десятки лет любви в этом саду укоренили и обогатили благородное искусство грузинского цветоводства. Хатвари хелухлебели бунеби суратебс агадганс да титкос мис пирвел опил силамазес гангвацдевитс. Соседство простых растений с различными камнями, деревянными сучками, лубяной и глиняной посудой воссоздают художественные картины нетронутой природы и будто бы заставляет почувствовать ее первоначальную красоту. Загрули там хмарин сценарии, а таснаев тайсабур композициев скмни. Прикрепленные к бумаге высушенные растения создают тысячи самобытных композиций. Шесадзлуа авилебма цармушве сперцера. Да первый мхатварец дедамица зелбатисиго, винц первый чацуда хвавил та силамази сайдум лоебас. Возможно, растения создали живопись, а первым художником на земле был тот, кто первым разгадал секрет красоты цветов. Адамьева, джер силамази ткбобис унари шейдзи. Шемдег мас нин бацвелобис. Кан меоребиса да силамазета шекмис даушредели суруйли даебада. Икнеб асе гачта хелонеба, ромлис удидес массавлеблат, дгемде бунебар чеба. Человек сначала приобрел способность наслаждаться красотой, затем родилось непреодолимое желание подражания ради создания неповторимой красоты. Может, так появилось искусство, чьим великим учителем до сего дня остается природа.
хам. Хамы ром ар иqos. Адамьяни албат оцнебиствис вер моицрида. Не будь ночи, человек бы не нашел времени для мечты. Чиста, 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 ч
იцоцхлет ყვავილებო ადამიანს თქვენ სილამაზეც სჭირდება живите цветы людям нужна ваша красота Цветник старого садовника – это его радость и печаль. Он всю жизнь ухаживает за цветами, складывает из них красивые композиции и картины. Но приходят чужие люди, и под бульдозерами гибнут горные цветы. Печальный итог, если не знать, что трава и цветы все равно пробьются сквозь бетон и асфальт.